Александр. Вот он, давай не достанем, вот это там магазинчика. Да, воды купить. Да, там надо людям воды купить. О, поехали вот здесь. Thank you.
если свернуть сюда и на набережную, там есть хороший, приятный маршрут. Уже это, ну, я понял, да. Остальных потеряем, да. Сейчас, да, дадут мы на там перекусим и вдоль реки. Я просто живу как раз через дорогу от этого моста, что там, и частенько с дочкой катаемся по этой дороге. Там тоже катаемся, но мы обычно вот сутки заезжаем. Да, знаю, там брусчатка, дорога такая. И направо, правильно? А мост переезжаешь или перед мостом? Переезжаем обычно. Ну, обычно по той стороне. Так по той стороне дальше, чем танковый завод, не уедешь. Там же табличка с надписью «Прохід заборонений» и колючая проволока. Как там война? До начала войны. Я катался там несколько раз. Ну, я каждый раз, как доезжал до завода, по той стороне. По той стороне реки. По той стороне реки, да. Выезжаешь там вдоль завода, и потом, ну, вот так, вот этим домам выезжаешь, да, где? Не знаю, проезжал. Ну, вот, в этом году рано сейчас точно. Сейчас проверим. Я же говорю, 23 точно в этом году. Я знаю, что я в прошлом году катался там несколько раз и попадал на это. Ну, наверное, уже убрали эту. Нет, ну, я и снова в этом катался, но... Я один раз там попал, там читрубы вдоль реки упали, что-то такое было. Ну, короче, копали. Да. Мне метров там 30 прошлось, и принесли велосипед по вот этому. Ну, по скопанному, да. Переходить на гравел. Бля, да я не знаю. Ну, я уже на МТБшку не хочу. Ну, у тебя же просто не МТБшка, поэтому... Ну, да. Ну, мне просто вот этот руль намного удобнее. Я когда вот еду на таком руле, у меня очень быстро ну, начинают там затекать руки и так далее. Меньше контроля, когда спускаешься по каким-то ебеням, по корням. Тут же, когда держишь палку, у тебя больше контроля. Ну, есть такое, но... Тут переходим, да? Да, переходим. Там. Поехали, я тоже возьму. Вот это. Да, да, да. Нормально, я тут частенько заезжал, брал. Вполне съедобно. Короче, я ж, вот мы только что ездили на всех выходных в Днепр на гоночку. На да, знаю. И... Там, второе, третье, четвертое место в элите, так, гревелы, ну там такие полусойферы даже. А первое место Ахи. Да, знаю, я видел. На МТБ, заметь. Ну, на, и на перевертыше. Вот же, как бы. Здрасте. А что можно по-быстрому сейчас?